Для того, чтобы прикоснуться к истории Ленинского округа, достаточно посмотреть на старые фотографии. В сквере «Юность» открыли вторую часть выставки «Деревни и села Видновского края». Горожане могут увидеть, как выглядел округ много лет назад. Снимки собирали долгое время. Некоторые передали местные жители, а другие взяты из архивов. Мне очень понравилась эта выставка. И очень радостно, что есть такая возможность увидеть в городе, вот просто гуляя, увидеть такую выставку. Тем более сейчас всем интересно, мы все интересуемся стариной. Очень интересно, что здесь раньше было. На снимках запечатлены гуляния молоковской молодежи прошлого столетия. Также на фотографиях можно рассмотреть колхозниц из деревни Дедылдино или увидеть, как в 1967 году проходило открытие памятника павшим землякам в деревне Спасская. Деревни и села – это уходящая натура, и нам бы очень хотелось, чтобы это все сохранилось, и люди видели эти замечательные места и этих людей, которые жили и работали здесь. Владимир Меньшов почти 40 лет был руководителем Видновской дирекции киносети. В это время наш телеканал уделял большое внимание истории Видновского края. Сейчас Владимир Степанович работает в историко-культурном центре и участвует в создании выставки. Кроме того, он и сам делает красивые фотографии. С 2016 года готовим здесь выставки в этом сквере. Пользуемся фотографиями, те, которые находятся в архиве историко-культурного центра, и те фотографии, которые, ну, то есть выставки, которые я фотографирую, работая на своем рабочем месте. В данном случае на этой выставке использована одна моя фотография. Вот этот вот Моловский храм, который мы готовили к празднику, который проводили в Молокове. Ей этой фотографии на лет 5-6. Планируется, что выставка «Деревни и села» в сквере «Юность» будет регулярно обновляться и пополняться новыми историческими кадрами. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.